Привет, меня зовут Магика. Когда так все серо вокруг, я просто закрываю глаза и попадаю в сказку. Вот это красота! Смурфики! Такие миленькие! Любит, не любит, любит, не любит, любит, не любит, любит. Конечно же, любит. Какая милая улиточка. Как интересно, этот домик сделан под большим-большим деревом. Хорошо, вы тут устроились, красиво. А это такие большие корни. Воу. Да, наверное, очень интересно в таком домике жить. По-моему, один смурфик тут поймал бабочку, да? Ой, они даже с ней общаются. По-моему, они подружились. Очень миленький. Такой хорошенький смурфик. Вот это смурфодом. Такой большой. Мне он нравится. Никогда не видела домика у смурфиков так близко. Даже потрогать можно. Это ставня. Красивая. Ну что, побежали? Вот это большой котел. Это чтобы всех смурфиков можно было накормить. Их же так много. Чтобы все плотненько покушали. Вау! Оно с этой стороны еще больше. Чувствуешь себя вот таким вот маленьким-маленьким просто смурфиком? Я таких деревьев не встречала еще. Вау! Ха-ха, какая интересная карусель. Даже на карусели нужно педальками крутить. Здорово. Какой ты трудяга! Молодец! Тележка у тебя красивая. Очень миленькая шапочка. Ой, какая необычная лавочка. Интересно, а где же смурфета? Смурфиков очень много видела. А смурфету я обязательно найду. Пойдемте искать смурфету. Домик смурфет. Я только сказала про это, и тут смотрите что. Домик смурфеты. Конечно, у нее очень красивый домик. Мне нравится. Как здорово! Интересно, какую песенку любит напевать смурфета, когда прихорашивается? Очень мне понравилось домик смурфета. Такой миленький он. Ой, тут даже есть домик папы Смурфа. Он такой большой. Ой, такой красивый. Обязательно в него заглянуть надо. Каруселька, смотри, какая милая. Вот это веселая каруселька. Такое за окном. Наверняка где-то папа Смурф спрятался. Надо будет обязательно заглянуть в домик мастера. Что же он там интересное такое делает? Эй, мастер! Ха-ха, вот он ты где! Привет, привет! Как всегда что-то делает. Ой, тут самое главное не запутаться, не заблудиться. Тут так много этих домиков Смурфов. Конечно. Их же очень много. Ой. Мне тут нравится. О, это что, у меня подарок? Спасибо тебе большое. Такой милый смурф.
по-моему, тоже очень нужен. Но это, наверное, не совсем мой размерчик. Надо что-нибудь побольше. Гаргамель. Мне вот такая больше нравится. Ну а здесь наверняка все уроки делают. Здесь стоит самый умный шурф и объясняет всем остальным. Там 1 плюс 1, 2 плюс 2, А плюс Б, ой, или не плюс, ну что-то такое. Они такие все миленькие. Пока-пока. Увидимся в следующий раз. Ну что, идем за мной? Там что-то интересненькое. Какая красота! Это просто волшебная сказка какая-то. Вот это аттракцион! Мне нравится. Это какая-то летоштука. Аж голова закружилась. Это что, к черепашкам мы что ли идем? Очень интересненько. А вот и сами черепашки. Вот это милая команда. Мой самый любимый — это Микеланджело. Аккуратно. Страшновато как-то. Тихо-тихо. По-моему, они там что-то говорят. Надеюсь, они просто тренируются. Как-то страшноватенько по таким туннелям ходить в одиночку. Ой. Но с черепашками, я думаю, не страшно. О, это очень долгий путь. И поэтому здесь кто-то уже подкрепиться успел. Как вы думаете, кто? Вот черепашки вообще, а. Наверняка Микеланджело больше всех скушал. Да? Это же его любимая пицца. Так интересно. Воу. Здесь где-то они должны быть рядом. Пицца много не бывает. Она тут везде просто. Вот это у него борт. Так интересненько. Оу. Ай-яй-яй. Это что, туда что ли идти? Ой, мама. Да,
интересно у черепашек. Какой ты? Воу. Мне нравится. Эйприл, привет! Ну ты как всегда, вся в делах. Опять что-то расследует, наверное. Ну ладно, я тебе не буду мешать. Давай, пока-пока. Вот это, конечно, там горочки. Аж страшно становится. Какие миленькие штучки. Миленько. Ну что, идем. Что это? Что это такое? А ты кто? Ну, конечно, где же еще-то можно найти Микеланджело? А рядом с пиццерией. Привет! Как всегда, что-то кушает. Пиццу, конечно. А кто это там наверху? Эй, как ты там? О, я тут встретила кое-кого. Привет, привет, красавчик. Вот это страшноватенько как-то. Да, так интересно. Ой, привет. С тобой сейчас нельзя разговаривать. Я поняла, все. Давай, в следующий раз увидимся. Пока, не буду мешать. На-на-на-на-на-на. Ну, мы идем дальше гулять. Ха-ха! Вот ты где, а? Слушай, ну ты совсем недавно пиццу ел. А теперь тут такие штуки вытворяешь. О, ну ты крут. Милашка. Мне он нравится больше всех. Это мой любимый. Пока-пока.